Ну, вот обратите внимание, значит, если отсюда видно вон этот полигон, да? Ага, вот видно. Вот, а, да, сюда переводите овраг, да, мусор. Ну, естественно, его никто не убирает. Нашли, значит, вот землянку, это когда ООО «Ядрово» еще не существовало, а только наш возил. Здесь жили бомжи, которые работали, перебирали там металл цветной, выбирали. Вот землянку они, ну, разрушены, конечно, вон печка стоит, если видно, отапливались. Ну, я лично видел их заработать, когда приезжал на полигон, тогда еще на Славку, на Волоколамскую, да. Вот, ну, вот что осталось, конечно, железом делали, чтобы не осыпалось, вот. И удобно вход, два дерева лежит, на них, наверное, крышу делали, я так понимаю, уже. Это совсем недавно было, где-то в 15-м году, когда мы привозили мусор, они еще жили, существовали здесь. А где они сейчас, интересно? А их выжили, работают сейчас господа с Узбекистана, у нас рабочая сила, и их выжили. Сейчас там идет, я был, когда полгода назад, там идет отбор, стоит какая-то линия мифическая, которая дробит. И они делают отбор крупного мусора, это то бишь металлит металла, потом пластик выбирают, пластик сдают и консервные банки. За этим приходят фуры, забирают, они как вторсырье продают. А остальное все захоранивают. И вот они там вот в начале полигона, по левой стороне, вот этот стоит как бы дробилка. И вот у господа узбеки там работают. Ну, бомжей уже нету, года три не видно. Угу. Понятно, пойдем дальше. Да.